Нет, ЮСС, в чем проблема? Я начальник, заместитель начальника отдела ЮСС. Я объяснил по IC, почему я это сделал. Я хочу тоже я объяснил даже очень четко, знаю, почему я это сделал. Я даже не подходил из машины на эту частную собственность. Выйдите из автомобиля. Заезжаю, да хуй знает. Выйдите из автомобиля. Да, да, выйдите из автомобиля. Да, давайте, хорошо. Вы являетесь сотрудником? Я не знаю. Я сейчас вам покажу свой бейджик, а вы мне сразу свое удостоверение. Я просто возле казино нахожусь. Я просто не знаю, куда я. Ну там вон заправка, магазин сверху казино. Удостоверение теперь свое покажите, да. Ага, заправка. Заправки? Я туда еду. Ну я не знаю, я тут пока. А, это, вы понимаете, вы тоже из федерального бюро, да? Расследование? Нет, он из федерального бюро. Я вот возле заправки. Я тоже. Сейчас катаюсь тут везде. Еще. Так, я вижу медика. Медика. Ну и что, сотруднику ГОВ тут нужно, я сейчас не понял. Зачем вы, во-первых, заехали на мою частную собственность? Конечно, нельзя, вы нарушили мою частную собственность. Вас не занесло, вы задним ходом прямо сюда въехали, я не понимаю, что... Что вам дало право... Агент, подождите, я не понимаю, какое вам право дало заехать на мою частную собственность, еще общаться хамски со мной, нарушив тем самым этический кодекс. Почему он хамски общался? Как я к вам хамски общался, гражданин? Он никак не обращался. Я вам вопрос задал. Вас голова все в порядке? А, вы так считаете, да, то, что это нормально? Ну хорошо, сейчас мы вызовем агентов, получается, федерального бюро. Слушайте, вот я так понимаю, вы тоже человек изнутри. У меня такой вопрос к вам. Когда меня тут докопались за мою активную гражданскую позицию и за то, что я ничего не сделал. А сколько у Паше Госцена? Меня слышите? А? Четыре. Угу. Я не знаю, я уже возле... Агентов не вызывайте, я к вам в офис подъеду. Проедем тогда в офис, хорошо. У меня сейчас дела небольшие, я к вам заеду минут через 15. Ну, у меня ваш пейджик есть, тогда я с вами завтра поговорю. Можно? 3.1, вы будете задержаны.